15 ноября 2006 года – памятный день для всех жителей города и муниципалитета. Тогда был торжественно открыт дворец спорта «Видное», и его двери впервые распахнулись для гостей. Площадь 11 тысяч квадратных метров. Более 3500 зрительских кресел. Он построен по самым современным технологиям. Дважды лучший объект спорта в Московской области. На его паркете баскетбольная команда «Спарта НК» выиграла 4 Евролиги. И это лишь некоторые победы. Сегодняшний день – это дом не только для баскетбола, но и для мини-футбола, и для карате, и для танцев, и для всех видов спорта, которые мы в общем популяризируем не только в Ленинском городском округе, но и во всей нашей большой стране. Поздравить коллектив Дворца спорта с юбилеем приехала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Дворец спорта «Видное» – это не просто уже история Ленинского городского округа. Это абсолютно точно направленный взгляд в будущее. Спорт – это движение вперед. Сотрудникам Дворца спорта вручили награды и памятные подарки. Сегодня в коллективе более 100 человек. Это технический персонал, тренеры, административный аппарат. Многие работают здесь долгие годы. Юлия Михайлова, которая за 7 лет из методиста выросла в заместителя директора, признается, что каждый рабочий день для нее – это радость. Это практически вот уже мой второй дом, в который я с удовольствием просыпаюсь, иду и готова работать и по выходным, и на каких-то мероприятиях вечером после работы. Ну, то есть очень люблю наш дворец спорта. Самый лучший объект, считаю, на территории Ленинского городского округа. А коллега Юлии Дмитрий Новиков и вовсе говорит, что коллектив Дворца спорта – это большая дружная семья. Мы развиваемся с каждым днем, мы уже строим новые объекты, проводим мероприятия. Хотелось бы, чтобы коллектив креп, рос, проводил все больше и больше мероприятий, был эффективнее и больших побед. Наш телеканал присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Дворцу спорта «Видное» и дальше удерживать высокую планку и оставаться флагманом спорта Московской области. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».